Ястреб-перепелятник – один из наиболее известных хищников в Европе. Ослабев, птицы этого вида отделяются от стаи. Почему они не могут продолжать жить в одиночку? Это лучше спросить у них. Эй! Глупая кошка. Что ты здесь делаешь? У тебя ссадина. Да, кошка поцарапала. Черная? Ага, странная. Преследовала меня весь день. Так, вот, выпей. Это яд жабы и слюна змеи. 2 дня назад я была нормальной, а теперь уже ничего не понимаю. Ты не такая, как все, ты особенная. Мне нужно в этом разобраться. Волшебное приключение для всей семьи. Я обучаю только тех диких ведьм, которые хотят быть ими. Дикие ведьмы? Я даже не знаю, что это значит. Мы защищаем дикий мир, дикие растения, диких животных. Можно сказать, мы стражи дикой природы. Думаю, ты ему нравишься. Совет просит избранных сделать шаг вперед. По бестселлеру «Дикая ведьма. Испытание огнем». Если химера вырвется на свободу, она уничтожит весь мир. Ты та, кого мы ждали. Ты клянешься защищать дикий мир от угрожающего ему зла? Да. И не поддаваться искушению темных сил, которые стремятся навредить нам? Да. Тогда используй свой магический дар. Только ты можешь спасти мир дикой природы. «Чародейка» в кино с 1 ноября.